Сегодня у нас суббота, 30 число апреля, да. Завтра 1 мая. Кстати, в Испании 1 мая тоже праздник. Но так как оно на воскресенье выходит, то тут ничего не переносится. Вот хочу показать, дождик прошел. И как цветочки радуются, что дождик был. Прямо вот. Тут проблема всегда с дождиком. И вот дождик прошел, вот. Какие сочные они стали. Цветут. Ой, какая красота вообще. Невероятная. Я забыла, как называются эти цветы. Вот они такие будут огромные, такие бывают сиреневые. Ну, всяких цветов, как шапки вот такие огромные. Гортензия, вспомнила, гортензия. Тут гвоздичка разных цветов. Тут уже розочки отцвели. В общем, я пошла к Нине, у Нины, вернее, у ее дочки день рождения. Не знаю, сколько ей будет. Мы решили маленькую пирушку устроить. Не знаю, разрешат, не разрешат снимать. Ну, что-нибудь, может, чуть-чуть поснимать. Вот мы с девчонками сегодня собрались. Вот знаете, я хочу вам сказать, что вот у нас на Урале и в Сибири эта ягода называется... Виктория! 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 Победа! Виктория! В общем, у нас маленький сабантуйчик. Девчонки пекут пирог. Вот. Значит, правильно по-русски это клубника, да ведь? Да. Но у нас почему-то вот на Урале, и меня удивило, что в Сибири, оказывается, тоже называется Виктория. Не трогай! Не трогай! Клубника маленькая, а Виктория, вот, которая в саду крупная, да. И земляника, которая в лесу растет. Земляника у нас в лесу растет, да. А он что-то там... Таня, ты эти кадры потом вырежи, пожалуйста. Да все красиво, здорово. Нет, Таня, тут у нас такое... Нет, ты снимаешь клубнику. Нет, все у нас красиво у вас, ты все красиво. Ты снимай клубнику, угочку снимай, больше ничего особо не угочка надо. Угочка красавица. Угочка у нас. Красиво, это... очень, картина красивая, все. Мне очень нравится у Нины дома. Так, это здорово, не то, что вот я где жила. Ой. Я до сих пор там живу. Ничего. Скоро мы найдем работу и будем богаты. Будем жить в Аванце. Будем богаты. В доме, который построил Джек. Знаете, вот честное слово, вот если мечтать, вуализировать... Мечты сбываются. Мечты сбываются. Да. Мечты сбываются. Ну ладно, переключимся. Ладно, переключу свет, такой. Таня. Сейчас. Господи. Пирог как называется? Открытый пирог с мясом. Ну-ка, перечисляй, что там у тебя. Это, девочки, секрет фирмы. Я никому ничего рассказывать не буду. Это секрет фирмы. Какая у тебя плита? Это электрическая, да? Это ветрокерамика. Так, смотри, какой красавец получился. А пахнет-то как вкусно. Ага, девочки, как вы считаете? Да, это хорошо? Вкусно. Какая красота! А, Аленочка, это ради тебя, моя курочка. Год будет удачным. Да, год удачным. Да, когда кому-то печешь на день рождения или там еще на что-то, и выходит такой хороший. Получается, значит, да, то год это будет значит, удачным. Для тебя год удачный. Да, все. Так, режем. Аккуратненько режь. Угу. Юга тут. Да. Маленький нож наклони вот чуть-чуть. Ага, угу. Да. О, он жирный. Да, он там с соком. Называется открытый пирог, ты сказала. Мясо, да. Вот. Угу. Ой, сырок хрустящий. Хрустит. Давайте сейчас на тарелочку. Закрыла балкон, это шум такой был. Шумная. Угу. Шумная улица. Очень шумная. Его прямо... Он с соком. Там сок. Бери вилки, доставай, детка. Тут внизу? Да. Нет, наверху.
Так, тетя Таня тоже присутствует тут. Тетя Таня сейчас будет кушать пирог. Пирожок мы положили. Запах какой. Как? Хороший? Вообще, да. Как вкусно. Вот так. Вон тут четвертушка. Это тебе, это ты заберешь, а вот это... Да, Уго самый главный. Уго самый главный. Ну, Уго всегда здесь. Без Уги. Просто. Приступаем. Дайте мне вилочку. А вот есть. Дайте вилочку. Ешь на здоровье. Берем, выйти, что бабка приготовила. Во-первых, он быстро готовится. Уго, коми. Вкусно. У него тесто необычное. Я не буду вам рассказывать рецепт. Почему? Все есть в интернете. Он называется картофельный пирог. С мясом. Открытый картофельный пирог с мясом. Вот. Готовится очень быстро. Он очень вкусный, очень нежный, вкуснее всяких пиц дурацких. Да. Вот, и вообще супер. А на десерт мы сделаем клубнику со сливками. Клубнику Викторию со сливками. А знаете, они это конфетка клубника со сливками, да? Да. Ой, смотри, он лежит. Уго не может пройти. Называется вино, клубника, сахар. Вот смотрите. И на несколько часов в холодильник лучше, когда настоится. Это испанское изобретение. Это очень вкусно. В общем, здесь давай перечисляй, что. Белое вино, сахар, клубника и на несколько часов лучше в холодильник, чтобы настоялся собор. Вкус, чтобы вкус, вот. И все это потом пьется, это очень это вкусно. Это вот испанцы так делают, это очень вкусно. Да. Ну типа сангрия, но сангрия, типа, да. Но сангрия там другое. Много фруктов. Там много фруктов, да, нужно там вино типа шампанского, либо кава их, да, вот это. А это, ну, импровизация на тему. Очень вкусно, мне нравится. Какая сегодня погода, да? Так вообще прохладно стало, очень так холодно. Никакого результата нет. Это невероятно. Вот и сидим без работы.